Скрипач Борис Захадель. У меня сосед скрипач. Да какой еще? Хоть плач. Он недавно въехал к нам. Вот уже мальчик. Толя. Учится в какой-то там музыкальной школе. Я звал его играть в футбол. А он, конечно, и пошел. Я занят, к сожалению, готовился к выступлению. Чего и ждать от скрипача? Боится у него с мяча. Да хоть бы он умел играть на своей скрипучке. Да что ли, да играл бы всякие хорошие штучки. А тут пилит целый день, а то и ту же дребедень. Идешь еще по лестнице и слышишь, что дали. Тили-пили, тили-пили, тили-пили. Что-то пилит наш сосед, спрашиваю маму. Он не пилит, был ответ, а играет гамму. Тут мама стала объяснять, что нужно упражняться, что лучше все мячи гонять, но кто же позаняться, что без учения ни почем, и станешь даже скрипачом. В общем, за этим гам, за уроки сел я сам, я бы за эти гамы, как ему еще задам. А на днях билет не дали. На концерт в холодном зале был замечательный концерт. Я не скучал нисколечко. Вдруг совсем уже в конце ходит этот Толик в костюмчике с воротничком, со скрипочкой и со смычком. Я затрясся прямо. Сейчас начнется гамма. Да вы скорее ходи, такая соседа. А то он как начнет звонить, не кончит до обеда. Тише, тише, сзади закричал. Я встать не успел. Слышу, тихо стал зай. Слышу, тут кто запел. Неужели это скрипка? Тут какая-то ошибка. Я смотрю на сцену, где аж где, там стоит на сцене только мой сосед, играет, не боится. А ведь кругом народ, скрипка словно птица, поет, поет, поет. Вдруг она умолкла, Юса захохотала, и я как крикнул. И я как крикну только что, чтобы не стал. Сосед толкнул меня плечом. Ты что, знаком со скрипачом? И я ответил с торжеством. Да мы же вместе с ним живем. Домой нам было по пути. Он дал мне скрипку понести.